Напередодні дострокових виборів до парламенту провідні соціологічні служби оприлюднили результати останніх досліджень. А саме, Незалежний експертний центр «Соціальна ініціатива», Київський інститут реформ і розвитку, а також Центр соціологічних досліджень «Аргумент». На вулицях міста вони опитали майже 2,5 тисячі чоловік. Якщо у Малиновському районі між депутатами-мажоритарниками очікується напружена боротьба, в Київському та Суворовському районах є невеликий відрив від лідерів, то в Приморському районі вже визначився основний фаворит гонки. Це народний депутат України Сергій Ківалов. У нього більше 47% підтримки виборців. Эта выборка является репрезентативной и по каждому из районов города Одессы, поскольку мы знаем, что у нас сохранилась смешанная избирательная система, нам также важно знать, какие будут рейтинги у кандидатов по мажоритарным избирательным округам. И погрешность данного исследования составила 3,5%. Теперь давайте перейдем непосредственно к цифрам, а впоследствии к комментариям, их интерпретации. Первым вопросом был следующий вопрос. Собираетесь ли вы принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля этого года? 72% ответило однозначное «да», оставшиеся 28% соответственно выбрали ответ «нет». Следующий вопрос. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию вы бы отдали свой голос? Результаты следующие. На первом месте партия «Слуга народа» с результатом 28,4%. Следует за ней с результатом 16,4% оппозиционная платформа «За жизнь». На третьем месте партия «Европейская солидарность» с результатом 8,5%. Четвертое место – оппозиционный блок 7,1%, всеукраинское объединение «Батьковщина» 6,3%, радикальная партия Олега Ляшка 4,2%, партия «Голос» 4,1%, всеукраинское объединение «Свобода» 3,8%, партия «Гражданская оппозиция» 3,6%, партия «Украинская стратегия» Гройсмана 3,2%, и достаточное количество респондентов не определили в своем выборе 14,8%. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий вопрос был, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы отдали свой голос? И здесь как раз будет разбивка по четырем районам города Одессы. Первый район – это Приморский район. Результаты следующие. На первом месте с результатом 47,3% Сергей Кивалов. Второе место с большим отрывом занимает Леонов Алексей, 12,2% всего лишь. Третье место также Леонов, но уже Евгений, с результатом 7,3%. Далее идет с результатом 5,1% Степанян Рубен. И следует за ним Наумчак Виктор, 4,3%. Из неопределившихся их результат, их процент составляет 12,5%. Следующий слайд по Суворовскому району. Тот же самый вопрос, только район другой. Здесь на первом месте Голубов Дмитрий с результатом 40,1%. Второе место Горенюк Александр 25% ровно, Бальжик Мария 6,1%, Веселов Сергей 5,1%, Шульц Валентина 4,1% и Горбачев Станислав 4,0%. Процент неопределившихся 11,2% составляет по Суворовскому району. Следующий слайд, Малиновский район. Здесь на первом месте с результатом 19% Геннадий Чикита, 17,8% Колев Олег, 12% ровно Сеник Роман, 7,1% Червоненко Евгений, 5,3% Хороших Владимир, 4,8% Звягин Олег, 4,7% Корниенко Владимир, 4,1% Богаченко Наталья. Но что интересно заметить по именно Малиновскому району, что процент неопределившихся 20,9% превышает рейтинг лидирующего кандидата по этому району. Соответственно, можно говорить об огромных возможностях, как бы избирательном ресурсе у каждого из кандидатов, когда каждый имеет шансы перетянуть электорат на свою сторону и вырваться в лидеры по данному району. И четвертый район Киевский. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь картина следующая.
27,1% Баранский Виктор, 22% ровно Танцюра Дмитрий Николаевич, 16% ровно Дмитрук Артем Геннадьевич, 4,3% Папушин Василий, 4,1% Басюк Юрий. И процент неопределившихся 12,6%. В Малиновском районе вся борьба еще впереди. Большое количество неопределившихся. Да. В Киевском районе и в Суворовском районе есть лидеры. И от финишного спурта будет зависеть, кто из них в итоге выиграет. А в Приморском районе уверенно идет к победе Экивалов. Во-первых, эти данные совпадают с результатами других исследований, и я считаю, что им можно полностью доверять. Конечно, эти выборы в разгаре, и что-то может измениться, но я считаю, что это что-то не кардинально. Во-вторых, по явке. Все эксперты были приятно удивлены высоким уровнем явки избирателей во время выборов президента Украины. Для одесситов это была просто феноменальная явка. И по данным этого исследования мы видим, что более 70% одесситов декларируют свое участие в парламентских выборах. Крім того, соціологи закликали виборців довіряти тільки офіційним і ліцензованим дослідженням. Надежні, об'єктивні опроси общественного мнения требуют высокого профессионализма профессиональных социологов. Организации и центры должны иметь аккредитацию в международных, в отечественных профессиональных сообществах. Они должны иметь лицензии, да, с которыми можно ознакомиться на их официальных сайтах и страницах. На думку провідних соціологів, в Одесі сформовано міцну науково-соціологічну школу, яка представляє академічну соціологію і академічну політологію. Це знаходить своє відображення у зростанні популярності спеціальності соціологія в одеських університетах. Уже впродовж довгого часу, понад 5 років, в Одеському будинку вчених працює секція соціології, яка дозволяє зустрітися фахівців з різних навчальних закладів, обговорити самі різноманітні соціальні проблеми і прийти до загального рішення.